Подожди, как там с Эдди? О, очень-очень классно. О, да? Теперь она с Эдди Киллер и соучастники. Это потрясная группа. Она здесь такая счастливая. И без меня. Тревога. Что происходит? Ларс? Ларс! Ларс! Капитан Ларс, нас быстро настигает огромный линкор. Он догонит нас через 5 квадов. Какие будут приказы? Не могу поверить. Как вышло, что ей там так весело без меня? Она вообще знает, что я там умер? Конечно, знает. Чуть с ума не сошла. Осталось всего 3 квада. Что нам делать? Мы можем выйти из гиперпространства и напасть, но это слишком рискованно. Или, может, нам укрыться на какой-нибудь планете? Я не знаю! А что вы обычно делаете? Обычно? Обычно мы просто выполняем приказы капитана. Капитан Ларс слишком много рисковал из-за нас. Он нужен нам. О, нет! Тревожный сигнал. Мы в опасности. Ты слышал? Ты нужен своему экипажу. Ты так и ничего не понял, Стивен. Там должен был быть я. Это я должен был зависать там с клевой командой. Она мстит мне за все, что я натворил. Ты правда считаешь, что Сэдди живет только ради того, чтобы отомстить тебе? Ну а почему она еще так классно развлекается без меня? Потому что жизнь идет. Неважно, что случилось. Она так расстроилась, когда узнала, что ты застрял в космосе, Ларс. Она скучает по тебе, но она не может тосковать вечно. Она начала общаться с клевой командой, ушла из Пончиковой. И все потому, что ей нужно было как-то себя утешить. Взгляни на себя. Стивен сказал, что ты прячешься в какой-то пещере на родном мире, но это не так. Ты в космосе борешься за свободу вместе с командой новых друзей. Неужели ты делаешь все это, чтобы обидеть Сэдди? Нет, я делаю, потому что должен. Я не хотел бы обижать Сэдди, потому... Потому? Потому? Потому что вы лучшие друзья! А лучшие друзья ничего не делают назло друг другу. Сегодня взаимодействие. Он здесь? Имперский линкор только что поравнялся с нами. Что? Имперский линкор? Это разрушитель судьбы. Основные орудия нацелены прямо на нас. Самые большие пушки и все ради нас, да? С таким кораблем Изумруд могла бы уничтожить нас моментально, если б только захотела. Разумеется, она хочет! Входящее сообщение с разрушителя судьбы. Принять. Вы что, правда думали, что я не смогу найти собственный корабль? Нестандартные гипердвигатели солнечного испепелителя испускают характерный сигнал, который я могу обнаружить с другого конца галактики. Итак, сдавайтесь мне, или вас уничтожат. Я никогда не сдамся тебе. Можешь превратить нас в космическую пыль, как ты мечтала. Как пожелаешь. Приготовьтесь к полному уничтожению. Ларс, что ты делаешь? Опустить щиты, Родонит. Но так мы будем открыты для атаки. У нас ни единого шанса. Доверься мне, мы не пострадаем. Опускай щиты. Но... Орудие разрушителя заряжено на 90%. Они готовятся открыть огонь. Убрать щиты, я приказываю! Опускай щиты! Близнецы, доложить ситуацию! Орудия и защитное поле вышли из строя, но в остальном мы целы. Мы еще живы! Лазеры нас даже не поцарапали! Изумруд готовится к атаке, но она специально промахнется. Бинго-бонго! Что это вы удумали? У тебя все-таки есть сердце, верно, Изумруд? Что? Ты не разрушишь этот корабль! Ты любишь его! Он твой лучший друг! Ты скорее дашь его угнать, чем уничтожишь! Ого, Ларс, это здорово! В этом ты прав! Я не смогу уничтожить мое прекрасное судно, но я сделаю так, что вы не ускользнете. Бейте по гиперускорителям!